Когда в это окно первый раз раздался тревожный стук ночью, Валентина Николаевна вздрогнула. И сейчас, 38 лет прошло, каждый раз сердце наполняется тревогой. Где-то в опасности жизнь человека. В 1928 году приехала сюда, в калужскую деревушку Дракуны, молодой врач Валентина Николаевна Селезнева. Был здесь врачебный участок с одним фельдшером. Тогда и больницы-то не было, это теперь операционная, стационар. Так уже много лет. То срочный вызов, то операция, то обычная будничная работа, обход, амбулаторный прием. Во многих населенных пунктах пациенты Валентины Николаевны ждут помощи, внимания, совета. Две фотографии. Между ними 38 лет. Годы большого труда. Как бы ни начинался день сельского доктора, кончается он всегда за рабочим столом, если опять не раздастся тревожный стук в окно.